В здании правительства края состоялось праздничное мероприятие, посвященное столетию образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Собрание открыли исполнением гимна и просмотром видеоролика с поздравлением сотрудников президентом Владимиром Путиным. Далее с приветственным словом к присутствующим обратился губернатор Олег Кожемяка. Везде были санитарные врачи, везде они смотрели за качеством пищи, за эпидемиологической обстановкой, везде организовывали прививки. И таким образом выросло здоровое поколение, те, кто строил Советский Союз, те, кто сейчас стоит у основы истоков. И вы с достоинством продолжаете ту школу, которая была заложена в эти годы санитарной противоэпидемиологической службой. Выдерживаете все те удары, которые так или иначе приходится на нас, применяя тот опыт, который был заложен вашими предшественниками. Сотрудники Роспотребнадзора решают масштабные государственные задачи, уверен глава региона. Среди них не только профилактика инфекционных заболеваний, борьба с эпидемиями, но и контроль качества питьевой воды и безопасности продуктов питания, а также ликвидация чрезвычайных ситуаций на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Делаем все, чтобы служба была на высоком уровне. Для этого государство вкладывает немало средств в ее оснащение, в разработку новых вакцин, новых лабораторий, в изучение новых методов, технологий. Поэтому мне кажется, что дальнейшие те удары или выдуманные какие-либо инфекции мы уже встретим более-менее достойно. И, конечно, мы со своей стороны будем делать все с тем, чтобы у нас появился инфекционный центр, крупная краевая больница, где мы могли без отвлечения от лечебных направлений больных определять уже в специализированные помещения. Поэтому хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, с тем, чтобы меньше было заболеваний среди приморцев. Ну а те, которые будут возникать, мы быстро, оперативно, совместными усилиями ликвидировали. Вам всего самого хорошего. Еще раз с праздником, с таким замечательным 100-летним юбилеем. Спасибо. В торжественной обстановке Олег Кожемяка вручил краевые награды сотрудникам Роспотребнадзора. Также со словами поздравлений и благодарности со сцены обратились главный федеральный инспектор в Приморском крае Сергей Грызыхин, председатель законодательного собрания края Александр Ролик, глава Владивостока Константин Шестаков, председатель Думы Владивостока Андрей Брик и другие. Анна Дьякова, новости на 8.